Ой, вот эту фразу, да, я часто сажусь на своего любимого конька. Почему? Вот эта фраза, она из этого, из фильма. Я его смотрел в детстве. Вот. И там директор завода, одного новатора, который работал у него парторгом завода, орал на него и кричал. Это прям в фильме, это не я придумал. Ты знаешь, кто пасть дурака? Тут говорит, нет, брак с инициативой. Теперь мы будем... Дальше я пишу. Можно подурачиться. По железу станет дураком. Смотрите. То, что мы выше читали, да? Везде, всюду, я прикидывал, когда их советы, если выполнить, надо уничтожить от 1/3 до половины веток. Обычно он правильно, он летом говорит, да, я не писаю, как можно это. Но вот этот, тот, кто был выше, а их таких легион, они как? Смотришь, ветка с плодами, а рядом ветка без плодов. Ага, ее надо уничтожить. Вот. А ладно, он еще и летом учит уничтожать. Летом. А в основном, а большинство этих самых дураками обзывать неудобно. Они вроде бы умные люди, но они берутся то, чего ничего не понимают. Вот что. Ну просто не понимают они в этом. Они этому не учились, они вызвали этих самых. Им уже эти сайты популярны. Ставьте лайки. Помните этот самый ловушку придумал, этот дядя Ваня? Глубина, на глубине 68 сантиметров, несколько слоев того, железа, несколько слоев того, не понимая, что теперь, раз он перекрыл посадить дерево и создал гниющую ловушку, потому что он не знает, что с неба падает дождь. Не снизу подступает, это тоже возможно во время дождей. Не зря же плывут даже эти самые, целые области затопляют. Вот. А дождь, как правило, падает сверху, а пройти дальше не может. И район корней превращается в гниющую ловушку. Так? Это один из примеров. Это просто, что у нас широко распространено. А если говорить конкретно про обрезку, давайте вспоминать эту самую, неудобно фильм называть, ну, скромно, даже величественно, ведущий абрикосовод России. Заметьте, не Боднар, хотя и для меня Боднар ведущий, а этот человек, который, когда меня заткнули рот, то есть отключили микрофон, а она выступила, она все рассказывала, красиво рассказывала. Но в ее книге, цитирую, это не шутки, вырастает ярус из боковых веток от 5 до 8 штук. Я проверял на своих, точно. Оставляем 3. На кольцо отрезаем сколько? От 2 до 5 штук. А отрезаем, как правило, зимой. А листьев на них нет. А Причем как без бы они разницы. живые, не живые? Все Нет, равно обрезаем, живые. ну, это, Колдуем, что там. да, нет, на тот момент все живые. Потом метр, это самое, все уничтожается на целый метр, все, что было росло. Ну, там веточки покороче, там плодов веточки. Правда, штамбе. Первые годы они образуются, а потом второй ярус, опять 5-8, опять 3 оставили. И потом вот тот самый, я уже боюсь его показывать, тоже я сфотографировал в своей книге снимок, я назвал его «Распятый садовый Христос», то есть дерево, черешня, которую изничтожили до страшного состояния. Да? И вот получается к чему. Они не знают, для чего нужны деревья листья. Ну, просто не Для знают. фотосинтеза. Вот. Так вот, слушай дальше. Я тогда, а я про это уже рассказывал, что там, или еще не дошел до этого. Давайте дальше Давайте дальше, посмотрим. давайте. Смотрите, я взял, решил так, начну я все-таки со школы. Итак, по железу в стране дураков. А почему я применил этот термин? У нас в Союзе в советское время один из писателей, классик, но памяти нет, да? Значит, его книгу отказались печатать. Это ему, не мне, а ему принадлежит это выражение «Страна дураков». Вот почему? Потому что он начинался, эта книга, со слов. А это была сказка, фантастика, сказка. Вот. Еще не, первая фраза, так и была. Еще не наступил рассвет, а в стране дураков уже кипела работа. А теперь слушайте, мы печатать не будем.
То есть даже редактор понял, что это пародия на нашу страну. Вот так. Поэтому я решил подурачиться. Ага, по железу в стране дураков. Значит, угадайте, как должен угадать человек, который, например, как сказать, обратился к своим родителям, которые много читают, ну, дачники, да, допустим, ребенок. Вот. Листья нужны дереву. Казалось бы, правильно. И вдруг человек читает, только половина листьев нужны дереву. Это как раз вот вся гигантская, вот это вот миллионы-миллионы статей, схем, везде обрезать, обрезать. И третье, листья не нужны дереву. И только в таком виде, дальше будет поинтереснее, только вот в таком виде можно будет получить 50 на 50. Значит, все-таки половина здравых, это пометит первый пункт. А те, кто сильно начитанные, действительно, раз из 8 надо отрезать, от 2 до 5 из 8, так, то получается, они действительно не нужны дерево, уже, а их еще нету. А ветка уже в костре, да? И лист уже никогда не будет, и дерево никогда не будет, и плодов на них никогда не будет. Вот так вот. Я вот придумал ЕГЭ. Почему? Сейчас это самое, я имею право на это, потому что больше некому. Ни один человек в стране, в мире, это не про... Это как сказать? Если, у нас считается так, если это доверили составить вопросы на ЕГЭ, это один из самых умных человек в России. Уровень доктора, кандидат, нет. Поручают этим академикам, но они перепоручают своим подчиненным. Вот. А что из этого получается? Сейчас мы с вами это разберем по одной простой причине. Потому что это учеба для всех нас. Поймете сейчас. Потому что этого терпеть дальше невозможно. Это же не я придумал вопрос. Это пару лет назад было это в биологии. Итак, мы должны дать 90% вопросов для пятерки. Чуть для четверки не менее 80%. То есть мы сдадимся, вы этот самый красный диплом. И у меня не могу. Ну, давайте я попробую ответить. Не-не-не, это дело в том, что знаете почему? Я себя заранее предупредил. Здесь столько подлинных подстав. Угу. Любой может это. Я ведь когда кто помнит, я третий раз показываю это. Первый раз выбрал один, попинал и дальше. Второй раз уже несколько. И только когда вот чуть побольше было время посидеть, да? Я схватился за голову, а я боюсь не попасть в эту ловушку. Вот. Или просто подсказывайте. Итак, почему это надо? Потому что сразу его такой. ЭГЭ по биологии невозможен. Кроме дури ничего не будет. Вот. Смотрим сюда. Первыми при прорастании появляется корешок, семидоль, стебелек. Вот. Когда я начинал думать... Корешок, конечно. А корешок, это самое, появляется одновременно семидолей, когда лопается этот. Но тут нет такого варианта ответа. Нету. Тут ведь нужно выбрать только один, хотя в условиях должно быть оговорено. Или один вариант правильный, или выберите несколько вариантов правильных. Тут один. Ну тогда вот. Корешок однозначно. Да, вы бы получили за этот вопрос пятерку, но на самом деле дело в том, что он некорректный. Знаете почему? Показать? Я же готовился к этому разговору. Он появляется одновременно с семидолями. Одновременно. Поэтому человек получит двойку. Например, он уже здесь, например, так? Вот здесь. Кстати, здесь тоже одновременно. Видите? Угу. Вот. Но дело-то не в этом. Дело вопрос принципиальный. Человек может здесь сказать правильно. Семидоли одновременно. И это правильно, и это. Но формально корешок. Вот. Семидоли одновременно. Но он может быть тут не угадать. И также тут. И оказаться в дураках, двоечниках. Хотя это некорректный поставленный вопрос. Это еще легенький. Это так, знаете. Не зря же сходу ответили корешок. Но... Пятерка. Пойдем дальше. Во время прорастания зародыш питается. Вообще не питается. Что интересно, а я люблю превращать это в учебу. Смотрите,
зародыш, он сидит внутри этих семидолей, это вот пока еще представляет собой из себя этот самый, как питательный, этот, как его назвать-то, Господи, ну, ядро, да, ядрышко. Вот, сидит себе и сидит. Ему надо прорастать. Откуда он пищу берет? Как раз из семидолей. А здесь слово семидолей не встречается. Он из семидолей. Но здесь есть слово накопил. Может быть, если накопил, то запасными питательными веществами. Ну, написали бы семидолей. То есть сделал запас. Так. Вот. Вот так я бы ответила. А погодите, как он не успевает накопить зародыш, он не копит. Он или спит, или просыпается, начинает развиваться в дерево. Корешок, корешок. Вот. А смотрите, вообще не питается. Ведь с ума можно сойти. Я сейчас подбираю, беру банку. Она у меня простояла в погребе всю зиму. Угу. Я ее на кухне высыпал на столе и забыл. На следующий день, а банки было штук 300. Их. На следующий день смотрю, штук 20. Проросло. Ну как, раслопнуло. А живые, потому что я дальше рассаживал-то по этим. Значит, и первый пункт это, оказывается, может быть. Запасные питательные вещества. А что такое запасное? Да, это семидоли. Ладно. Скорее всего, надо нажать уже на второй пункт. А минеральные вещества почвы разве ему не нужны? Ну то как вот, конечно, и вы знаете, к чему прихожу? Я не знаю. Скорее всего, вот это самое, вот этот, скорее всего, правильный. Но может быть и этот, а может быть и этот. Чего ему не питать? Он растает, он еще не в земле, допустим. Короче, хрен знает, пойдем дальше. Там еще поинтереснее будет. Для прорастания необходимо, смотрите, кислород, вода, тепло, все варианты верны. Все варианты верны. Ну правильно тут. А нахрена было вот это все? Это должен ответить детсадовский ребенок. Потому что одно из этих может быть лимитирующим фактором. Допустим, есть кислород и вода, но есть холодная температура. Вот температура это лимитирующий фактор. А тут как раз нужно, чтобы все сочетание всех факторов было. И кислород, и вода, и тепло. Я считаю, это сильно легкий вопрос, а просто для количества вставили. Он даром не нужен. Семя имеет только запас питательных веществ. Зародыш запас питательных. Только зародыш. Ну что за вопрос такие? Ну, если там нет зародыша, то какое это семя? Ой, Господи. Ой. Семя имеет зародыш, запас питательных веществ. Это на пятерку. Тоже очень легкий вопрос. Высокая температура прорастания. Я не знаю ответа. Я бы влип, я бы мог двойку получить. У кого? Ну, напрашивается, конечно, этот... Огурец. Огурец. Почему? Потому что он... У него этих... происхождение... Да, происхождение тропическое. Центр происхождения. Но это, опять же, логически. Кто-то скажет, горох. Ой, не могу. Глубина заделки семян. Вот тут, знаешь, в чем подвиг заключается сразу? Количество воды и воздуха. Размеров семени, количество воды. Раз, дух, допустим, парень, там, школьник соображает. Если здесь количество воды, и здесь количество воды, нажми сюда, тогда и это правильно. Нажми третий, тогда и первый правильно. Тогда, получается, остается... Но это будет тогда, в принципе, неправильно. Остается второй. Вот. От размера семени может зависеть? Конечно. В принципе, может. Структуры почвы может? Может. А теперь поглубже копнем. Итак, я в своих лекциях говорю, закапывать надо не глубоко, но надо учитывать, что какое-то очень быстрое высыхание верхнего вот этого тонкого слоя почвы. Очень за это самое. Естественно, от структуры почвы зависит, как она влагу держит, правильно? Вот. А поглубже закопаешь, там сырее зайдет с глубины, лучше, чем если бы он рос в самой поверхности, где суша. Или может не взойти, потому что пересох. Да. А этот зашел поглубже, а дальше уже то, что здесь, к сожалению, не отмечают. Зашел из глубины, через год, два, три,
Та самая массовая гибель, потому что основание штамба сгнивает, оставаясь под землей. Ладно, учеба продолжается. Потеря в схожести семян. И вот это мне, я от этого пункта балдею. Вот человека заставили, да? Заставили составить умного человека. Но в принципе невозможно составить вопросы, чтобы было, два было четко правильные, а два абсолютно неправильные. Вот. Переизбыток воды, гибель зародыша, недостаток воздуха. Ну-ка, попробуй сходу. Не задумайся, желательно не задумайся. Я бы второе выбрала, гибель зародыша. Ну, правильно. Потому что он может погибнуть и от переизбытка воды, и от недостатка кислорода. Да. От температуры может погибнуть. Но если зародыш погиб, то никакой схожести вообще не будет. Но если я, человек принципиальный, и напишу от переизбытка воды, вот, смотри. Угу. Вот он, переизбыток воды. Я человек принципиальный. Я вам поставлю здесь отметку и скажу, ставьте мне пятерку. Почему? Некорректные вопросы. Человек не знает, что от переизбытка воды точно так же гниет и гибнет. Вот наша задача. Лить, лить, лить. Семена гниют, деревья гниют. Так нет. Ну что, продолжаем. И сейчас это, я нудный бухгалтер, короче, терпите. Органические вещества растения запасают для. То есть это мне тоже крышинушка поехала. Для чего они нужны в семенах? Для зародыша семени. Логично? Ну да. Ну да. Если содержащиеся в семенах органические вещества. Для всех органов растения. А что, разве нет? Они, ну, да. Они в зародыше уже есть. Ну, скорее всего, животное человека. Вот делать было нехрен, взять, думаю, надо найти два вопроса. Растение думает о том, что его когда-нибудь впоследствии а зачем съест вот животное эта дурь? Или человек. А зачем вот эта дурь? Человек, который совсем не занимался биологией, он думает, что все сделано для питания человека. Ну, или животных. Может ответить животных и человека. И будет прав. Ну, с одной стороны, да. Нет, короче, но это говорит о глупости вопроса. О глупости вопроса. Вот. Холодосойки называются растения, зимующие под снегом зелеными, растущие в экстремальных условиях, семена, которые проскают при низких температурах. Ать, ну-ка давайте. Ну, я бы ответила, семена, которых прорастают при... А я бы ответил, растущие в экстремальных условиях. Раз они растут, значит, они холодостойкие. Попробуй сказать, что нет. Ну, верно. Так обидно то, что и ты права. Как нам пятерку заработать? Мы пока на тройку еле тянем. Так нет. Мы же не знаем, на самом... Мы говорим для животных. Кто-то возьмет, да, там, допустим, скажет, нет. Нет, не для зародыша. И пойди докажи комиссии, да? Мы на тройку ни хрена, еле-еле, по-моему. Вот. Но интересно же вот так вот. Дальше. Короче, я говорю, экстремальные условия. Тут понятна подсказка. Раз под снегом, значит, какие они морозойки, да? Так же? Ну, вот. Они могут быть... Ну, зелеными. Но это подсказка, чтобы вы не нажимали. Ну почему зелеными? Ведь мы же сеем яровые, допустим, а зерновые, вот, условно, и озимые. Условно озимые зеленые. А зимы уходят под снег зелеными, ну, как раз. Вот. Но всходят-то ведь но под они снегом, в тепле, да, семена, и под снегом, которые там... прорастают при низких температурах. Значит, раз они ушли под снег зеленые и зимуют под снегом зеленые, взошли-то они в тепле. Да, это только озимое, а мы говорим в целом про садоводство. Вот, вот это подразумевается озимое. Первое, да. Про озимое, точно. А это про все, и про озимое в том числе. Вот. А вот это вот в экстремальных условиях, скорее всего, галочку тут надо ставить. Но раз тут при низких температурах упоминается, сам экзаменатор, кто-то придумал, запросто может подставить всех экзаменуемых тем, что вот здесь надо галочку ставить. Так? Ну, я вот за этот вариант голосую. О, вот видишь, все. Кто-то из нас двоечник. Причем неизвестно кто. Дальше.
Во время набухания я сейчас дурею вот это. Я первый раз по-настоящему, я уже 2 раза пинал, но выбирал какой-то Но один. вы Ну и дальше. сами когда-нибудь проходили? Пробовали Да вы что, и мне все это... пробный Нет, сдать? вот сейчас пробую. Пытаюсь заработать хотя бы 3. Смотрите. Набухание семена увеличивается за счет прорастания. Ну, дураку понятно, раз они прорастают, они увеличатся. Так, недостатка воды. Ну, это точно нет. Ну, точно нет. А третье, смотри, впитывание воды. Опять, блядь, 50 на 50, первый, третий. Ну, как нам хоть 3 заработать, а? Ведь по теории вероятности они одинаковые. Когда ты берешь 10 вопросов, ну так образно беру цифру 10, и ты наугад отвечаешь на 5, ты только можешь в половине случаев ответить. Так? Если выбор из 2 вариантов. Это для какого класса ЕГЭ? И это что означает? Монетка 10 тоже же? Класс? Монетка тоже, орел и решка. Получается это что? Смотрим дальше. Короче говоря, или прорастание, да, и впитывание воды, конечно, набухает. Ой, не могу. Ведь поручили, а человек, он не может. Сама биология такая. Как же я всю жизнь с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой. Вот. Ладно. Семядоли остаются внутри при подземном прорастании. Видимо, там простора нет. Наверное, так они остаются. Раз под землей, да? Надземном. Ну, тут уж нет этого, по-моему. Но надо еще знать, что такое семядоли. Если я не знаю. А я уверен, 90% школьников, это же биологи сдают, они не знают слово семядоли. Да почему же? Да потому же. Хочешь, я тебе... Я могу на ящик коньяку, выйдем на улицу, 10 основным школьников, которые вот такого возраста, там, 15-17 лет, и спросишь, что семядоли. Да не 9 из 10, 10 из 10 не скажут. Они же не учатся, ни хрена. Ты знаешь об этом? Или нет? А, ну ты красный диплом у тебя. Ты одна на 1000. Так. Так, в надземном прорастании. Ну, тут можно ставить, а? И не в глубоком посеве. Так вот, выбирай. Ну, это... Даже не знаю, что выбрать. Ну, я бы выбрал подземное прорастание. Вот. Надземное прорастание. Вот что получается. Я специально. Это же учеба. Нам это надо знать. Кстати, вот видишь, песок. Вот видишь, что она была закопана символически. При символическом этом раскрывается, обязательно они вылазят наружу. Обязательно. Вот. Вот. Теперь вот это есть подземное прорастание. Вот. Но не полное. Дело в том, что они всегда стремятся вылезти. Даже когда об этом может тот, кто даже преподает, он может этого не знать, что подземное прорастание, у него как бы шея растет, и на кончике получается, вот они семидоли. Все равно вылезло. Смотрим дальше. Вот. Вот здесь семидоли, это уже надземное прорастание. Тут вопросов нет. Она раскроется 100%. Вот, пожалуйста. Вот. Отпадает. А вот это мой коронный снимок, у меня таких мне их присылали. Спрашивали про камень, я правильно делаю? А мне интересно, что у них, видите, семидолия торчит. Угу. Вон она торчит. А ниже семидолия вот столько идет этого штамба. И он обязательно сгниет. Я человеку сказал, или ты срочно раскапываешь, или прощай, прекрасный мой, теперь уже не мой, саженец. Он, правда, про камень спрашивал. А зачем он сгнит камень-то? А он, понимаешь, днем нагревается, а ночью тепло отдает. А для меня он ночью остывает, а днем долго нагреться не может. Короче, не могу я. Я начитался человек это. Вот. Итак, повторяем. Остается неглубокое. Остается неглубокий посев. Значит, правильный ответ внутри семени. Это все-таки подземное прорастание. Это для формально. А на самом деле, ну давайте еще пройдемся. Мне кажется, что учеба вот такая, она и должна быть. Так, идем дальше. И вот, наконец, это тех, у меня 100 фотографий для будущего энциклопедии. Настоящее. Вот это, что Платонова с Ганчикиной это написали. Надрали эти
самое, как уничтожить. Нет бы написать, как уничтожить дерево. Ладно, проехали. Вот это вот человек посадил глубоко-глубоко. Вот. И вот у него семидоли. Вот это есть семидоли. Они истощаются, когда дерево начинает расти. Вот. Они отдают вот эти вот самые. Они превращаются как бы в ложные листики. Они, это мои наблюдения, отдают все вот сюда, потому что большая часть питательных веществ истощается, вот они передали. Вот такие снимки даже. И самое главное, это моя гордость, что я написал, она говорит, зашли в горшках. Я говорю, как садили? Она говорит, на 10 сантиметров. Я говорю, что? Да я читала. То есть читала про 6-7, а про это написали 1000 авторов. Вот так же, как надо вылить ведро воды на это самое, на деревце, а вылить 10 ведер, и оно сгнило. Вот так и тут. То есть перестаралась. Я что? Кричу в телефон. Немедленно раскопать, немедленно снимок. И вот этот снимок, это как бы моя гордость, что я это, мне Бог помогает, вот такое право. Вот это саженец мертвец, ясно? Вот так вот. Ну и что получается? Мы на все вопросы ответили. Ну что? Ну нет гарантии, что мы получили пятерку. Хоть пятерки я, нет, исключена. Хоть ответили на все вопросы. Потому что вопросы такие, тише, между тройкой и четверкой. Мы могли угадать из них 5-6. По 5, 3, 4 могли угадать наверняка. А остальные начинаются спорные. Причем нет гарантии, что кто-то думает иначе. Так же. Чем мы. Вот. Ладно. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Так. Мы делаем... Это очень сложно было воспринимать. Вот. Давайте мы сделаем 3-минутный перерыв. Я пошел наливать себе чай или кофе. Сейчас посмотрим, что там дальше у нас идет. А дальше у нас идет. А дальше мы начнем с того, что мы вас приглашаем в свою команду. Пошли. Так, ребята, на 3 минуты расстаемся.